Исакогорская библиотека номер 14 представляет презентацию «С любовью к животным» Вера Чаплина. Вера Чаплина родилась 24 апреля 1908 года в Москве, на Большой Дмитровке, в потомственной дворянской семье в доме деда профессора Владимира Михайловича Чаплина. Ее мать Лидия Владимировна закончила Московскую консерваторию, а отец Владимир Михайлович Кутырин был юристом. Кроме Веры в семье были брат Василий и сестра Валентина. Но после революции 1917 года 10-летняя Вера потерялась и как беспризорница оказалась в детском доме в городе Ташкенте. «Только любовь к животным помогала мне пережить это первое большое горе», вспоминала впоследствии писательница. «Даже находясь в детском доме, я ухитрялась держать щенят, котят и птенцов. Днем я выносила своих питомцев в огромный сад около дома, а на ночь тащила их в спальню и прятала кого в тумбочку, кого под кровать, а кого к себе под одеяло». Любовь к животным и ответственность за их жизни воспитала в маленькой девочке решительность и умение преодолевать трудности. В 1923 году Веру разыскала мать и привезла в Москву. Вскоре 15-летняя девушка стала ходить в московский зоопарк и поступила в кружок юных биологов. Будущая писательница не только выкармливала соской звериных детенышей и заботилась о них, она наблюдала за животными, вела научную работу, стремилась к тому, чтобы звери не чувствовали, что они в неволе. В 25 лет Вера Чаплина становится одним из новаторов московского зоопарка. Она предложила организовать площадку молодняка, где мирно уживались малыши совсем разных животных. Огромный интерес зрителей вызывал этот эксперимент, и на многие годы площадка молодняка стала визитной карточкой зоопарка. А Вера впоследствии стала заведующей этого участка работы. Весной 1928 года Вера выходит замуж за Александра Михайлова. Еще через год у них родился сын Анатолий. А в 1937 году семья пополнилась дочерью Людмилой. Вся семья, так же как их хозяйка, любила животных. Они даже праздновали день рождения их любимой воспитанницы, львицы Кинули. Тогда же в журнале «Юный натуралист» появились первые небольшие рассказы Веры Чаплины. И сразу после этих публикаций издательство «Дед Гиз» заключает с ней договор на книгу о площадке молодняка «Малыши с зеленой площадки». Рассказы пользовались большой популярностью. В 1937 году была опубликована вторая книга «Мои воспитанники». В нее вошли рассказы «Арго», «Люська», «Тюлька» и другие. Также в этот период была написана повесть «Кинули». История про львицу Кинули, которую бросила мать и воспитанную в городской квартире, получилась настоящим бестселлером. Ее читатели ожидали еще до публикации. События, описанные в этой повести, начались весной 1935 года и уже осенью были широко известны не только в Москве, но и за пределами ее. А вскоре известность стала международной.
В начале войны Чаплина вместе с частью особо ценных животных направляют в эвакуацию на Урал, в Свердловский зоопарк. Не хватало кормов, приходилось прилагать огромные усилия, чтобы накормить, спасти их, рассказывала год спустя писательница. Все без исключения сотрудники зоопарка самоотверженно боролись за жизнь наших питомцев. Мы делились последним с детьми и зверями, вспоминала Вера Чаплина. Не один десяток лет отдала Вера Чаплина московскому зоопарку, а в 1946 году перешла на постоянную литературную работу. И уже через год выходит ее новый сборник «Четвероногие друзья», в котором впервые появились такие рассказы, как «Фомка белый медвежонок», «Волчья воспитанница», «Куцы» и другие. Спустя 2 года в печать вышла книга очерков «В Беловежской пуще», где соавтором Чаплиной стал писатель-натуралист Григорий Скребицкий. В 1950 году Вера Чаплина вступает в Союз писателей по ходатайству Самуила Маршака и Льва Касселя. А в 1955 году выпускается новый сборник рассказов «Питомцы зоопарка». В 1961 сборник «Друг Чебана», в 1977 сборник поздних рассказов «Случайные встречи». Скончалась Вера Чаплина 19 декабря 1994 года в Москве и была похоронена на Ваганьковском кладбище. Не одно поколение читателей выросло на книгах Веры Чаплины. Ее произведения полны действия и ярких красок, они добры и остроумны. Рассказы и повести излучают любовь и заботу. Ту самую любовь, которая делает отношения с природой гармоничными и которой часто так не хватает. Удивительные рассказы удивительного человека, прожившего непростую жизнь. Мы приглашаем вас в библиотеку познакомиться или вспомнить замечательные рассказы Веры Васильевны Чаплиной.